Мадам на Лабутена, да? На Лабутена. А вот еще одна. На Лабутена, да. Все на Лабутена, да? И вот еще одна, смотри. Еще одна? Да, как ты хотел. На хороших машинах только на Лабутенах. Только. И только. Это мечеть такая? Да не, я сомневаюсь, что это мечеть. Какая-то башня. Вон твой любимый Лекус новый. Да. Припарковался. Хороший. Пацанский такой, да? Да. Для дяди. Экскаватор тоже. Может позволить себе во втором ряду ехать. Слушай, можно было бы взять и проехаться. Военная техника, 10 минут, мемориальная. Ты там вперед не бегай, на камеру не мельтеши. Я хочу. Иди вперед, да, не мозги. Говорится, видео потом ускоренное сделать. Здесь ограничено действие за их камеры. Тут даже не в километрах написано, да? Сколько куда идти, а в минуты. 10 минут пойдешь. Нормально. За 10 минут идти это можно. Безбрежные просторы. 10 минут пройдешь, шапку кинешь, вот там вот и будет, как говорится, то, что тебе надо. Велики бы взять, но мы без него, получается, не можем их оформить на карточку, либо как-то ее надо подвязывать, но у нас она ни к чему не подвязана. О, а вот смотри, евреи в центре парка, блин, да? Русского. Да, это центр Победы. Сразу затусовались, понял? Нормально, не успел зайти, сразу свои люди. Ты вообще знаешь, куда идти? Ну, прямо. Так а что, может так прямо?
нас такого не увидишь. Ну тут расстояние, что без палок в принципе не доберешься. Карте. Ну, это так как кажется, куда-то мы идем по круговой дороге. Ну, на входную там же стоит этот самый главный мемориальный. Аллея памяти. И чё? Ну, раньше такие мощные лица были, либо это специально, либо ну вот. А, ну да, да, да. Мощные, что корня не могли быть. Больше других же не было. А это уже мы просто гуляем, смотрим, что где. А если еще в каждый позаходить, то сколько времени вообще? Смотри, там здание с конем какое-то. А ну-ка, тихо. Отойди назад.
Лично мне кадр полностью портит. Смотри, Коль, люди вот туда и ходят. Идем, подойдем к тому памятнику, посмотрим. Правильно, я вот к этому хочу подойти, к памятнику, потом пойдем туда. А мы что, прям на вход попали? Вон этот монумент стоит. Смотри, да? Память.
в принципе, энергии столько, что и днем она светит, подсвечивается, то есть никому не жалко, все отлично. Да, вот интересно, интересная логика. Убил дракона, потому что он сильный, потому что он русский. Все. Дальше объяснять еще не надо. Это правильно. Людям, в отличие от наших, есть чем гордиться. А наши попрошайки. Да. Да перед памятником стою, перед этим большим. Давай, где ты там? Да все, давай.
Солнце, конечно, плохо видно. Ну а там за сценой огни города, готовится там Москва Сити уже. Вот там видно. Ну все, к музею войны. Родина-мать тоже где-то есть, это со щитом. Или есть, во... есть. У нас, видишь, Аканаса считается с, как бы, с музеем, как бы, и вообще местом. Там тоже стоило бы сделать более, как бы, такой вечный монумент. Идем в другое, где более, наверное, полноценно можно. Да, сейчас вон Москва в Сити, говорю. В смысле Москва в Сити? Там может что-то есть. А? Да, ну, ты представляешь, сколько тебе это? А? Говорю, представляешь, сколько будет стоить?
Вообще уже, блядь, прям как у себя. Меня вот видишь, дракон поранил, блядь. Да, голова ожила и поранила, короче. Почему? Да я хотел туда запрыгнуть и за зуб, понял, так зацепиться рукой, повиснуть там на этой голове, чтобы меня сфоткали. Так этот криворукий, он не может меня фотографировать. А во-вторых, смотри, прикол, я, ну, то есть реально классно сфоткал, смотри, видишь, так вот классно, стояло, все, голова тут, ну, то есть фильтр просто наложить надо, да? Ну вот тоже. Нормально, все видно. Смотри, это превзошел сам себя. Где тут я? Да вон ты внизу. Да. То есть это круто, да? Я так и понял. Я этим протоукром, видишь, фильм снимаю, как тут вообще живется. Они охренели, только с фотографии вчерашних уже хотят, короче, никто. Вот. А это что за город вообще? Понял? Это что за город, короче? Это ты где, короче? Понял, ну ты где, да, вот тут вот, так что видно было. Так что это что за город, Игорь? Это, блядь, не Марс случайно, не? Это они тебя спрашивают? Да. А да. Кто спрашивал? Да есть тут, есть. Да это не один человек на самом-то деле. Это с Украины. Это и девушки, и парни. Ну, девушки простительно, ты знаешь. А, ну, так-то что вообще, что как говорится, город, это да. Пиздец. Что за город? Вообще, я предлагаю, короче, метро на станцию Арбат выйти, до Красной площади, от Арбата, прям в дневное время, идти до Красной площади. Смотри, как, от Арбата? Ты можешь где-то вот так вот чего-то нам... Ты говоришь, как зарабатывают люди деньги, да? Ну. Короче, нет, я не хвастаюсь ничем. Это просто случай жизни, который сегодня произошел. Это чистый случай, короче. То есть это не планомерно было ничего. Когда-то, короче, в апреле меня кое-что попросили сделать. Мне не удавалось ничего, ну как, я пытался, нихуя не получалось. Сегодня я сажусь, это прошло, блядь, месяца 4 уже, блядь, да, 4 месяц прошло. Сажусь, хуякно, получаю куда надо доступ. За это я заплатил просто 300 рублей, чтобы там, чтобы меня не отследили, я там кое-что. Захожу, а там, короче, важные файлы находятся. Чтобы ты понимал, сумма этих файлов сейчас, например, 170 миллионов. Я когда переслал человеку, который меня попросил, короче, он говорит, ебать, я думал, эта сделка уже закончилась. А раз эта сделка только в самом разгаре, пиздящих нахуй, короче. И все, и он а что значит пиздящий? Движухи, короче, блядь, отжимать, все, ну, типа, короче. Я доступ получил, короче, один раз в бухгалтерию, короче. Его наебывали, что там оборота никаких нету, типа, да? И другие типы там отжимали, короче, блядь, движуху. А тут хуяк я нашел и все, блядь, показал, ебать, так что ж там ебашит, что такие суммы. Он, ах, суки, короче, блядь, все, нахуй, давай их максимально. И все, и он там уже целый план действий у него, короче, созревает. И все. Да. Так что... Слушай, нам бы поесть бы как-то где-то так вот, нормально. Полноценно, да, и... Это значит, надо тогда на Арбат, и там будет муму, там всякое, ну вообще, что-то другое можно там. Там есть хинкали, короче, заведение, хинкальное, грузинское. Нам не кухня. Надо за 1000 баксов. Нет, просто... а ты так думаешь, там, блин, нормальные цены, вот там нормальные цены. Сколько, за сколько мы можем смотри, поесть? Смотри, короче, одна, если, короче, хинкали, одна хинкали стоит, например, 60 рублей, так? То есть для тех, вполне не знаю, чтобы 15, ну там еще хачапури какой-то, короче, на 1000 ты нормально поешь. Один? Да. Ха, блядь. Все, блядь, не так, да? Да не. Че ты? Просто там ничего сейчас не будет вообще, блядь. Мы вон ели на
500 чем-то рублей вдвоем. Это в чем вы ели? Вдвоем. Ну, фастфуд. Фастфуд? Да, первое, второе, ну, третье. Ну, Макдональдс, блядь, муму, скорее всего, какое-то было, да? Ну, наподобие, я не знаю, как оно называется. Ты поешь. Что, можно прыгать? Ну, а где муму? Это нужно ехать, короче, нам сейчас. Вот, надо прыгать тогда. Выходить на Арбас, это как раз одна, две, на третью станцию, четвертую станцию выйти и все. А обязательно метро? Надо долго идти, ты что? Долго. Не-не, я понял, что идти мы не будем. Я имел в виду этот... Что? На Смоленской даже мы там выйдем, короче. На транспорте по верхне? Ой, нет, тут, блядь, это хуйня, долго, блядь. Там еще крутиться надо, блядь. Транспорт там сейчас все стоит, короче, впереди. 5 часов, блядь. Куда уже он все стоит, короче? В ту сторону уже все стоит, блядь. А там еще сейчас, блядь, Новый Арбат, вся хрень, короче, стала. Но туда нет смысла, наверное. Нет, все. Я серьезно говорю. Здесь хорошее метро? Да. Отсюда идут станции до Москва Сити. Ну сейчас он этот, как его там, что-то говорит, а я не знаю.